Всем привет, ребята! Меня зовут Алина, и это мое первое видео. Сегодня я вам буду показывать свой рабочий стол. Поехали! Первое я хочу начать с этого, короче, с этой такой штучки, и там лежат мои лаки. Короче, я сейчас открою, там лежат мои лаки. Вот так, лаки. Дальше, да, вот это у меня такая коробочка, там лежат мои... бисеры. Если вы хотите, кстати, чтобы я сняла видео коллекцию своих бисеров, то пишите в комментариях, да. И тут лежат мои бисеры, вот. Вот так, конечно, беспорядок. Короче, если вы хотите видео про бисеры в моей коллекции, то пишите в комментариях, да. И дальше у меня мой личный дневник, вот, ЛД. Личный дневник. Если вы тоже хотите видео про моего личного дневника, то пишите в комментариях, да. Дальше у меня, короче, пенал, и там лежат всякие ручки и все такое. Ну, дальше мы перейдем к гигиеническому месту. Короче, тут у меня лежит чистая линия гель для укладки волос. Это тоже уклад для укладки волос. А это пена для ванны. Это антисептик, это клей, чтобы я делала лизуны. Кстати, на моем канале тоже будут выходить лизуны. И тут у меня спрей для рта. Тут у меня духи, сейчас вам покажу, он очень офигенно вкусно пахнет, мне подарила вот сестра на день рождения. Который оператор. Вот, и тут у нас, короче, скотч, и тут мои, короче, игрушки плюшевые, и это, короче, ослик или лошадь, короче. И тут у меня медвежонок, мой такой мини-медвежонок, такой маленький, его зовут Тедди. Я забыла вам показать свои ножницы. У меня, короче, есть вот такие ножницы. И есть вот такие большие ножницы. Они мне, чтобы я резала бумаги, как я делала всякие декоры. И вот, перейдем к этому месту. Короче, тут у меня лежат вот такие ракушки. Я в этом году ходила на море и собрала вот такие ракушки. У меня их полно, но я всех их не буду показывать, только покажу вот эти. Такие маленькие, точнее большие ракушки. Дальше у меня тут эти бусинки такие всякие разные, которые мне там дарили кто-то там. Вот я их собираю коллекцию. Дальше у меня лежит такая шкатулка, там лежат наши все резинки с системой. И это плюшевая игрушка. У меня это уже, знаете, сколько лет лежит? 6 лет уже с собой лежит эта игрушка. И она очень прикольная. И тут, конечно же, есть вот эта штучка. Ну, ладно. Она поет, кстати. Ну, там я игрушку взяла, которая поет. Ну, и вы увидели мой рабочий столик. И кидайте свои... идеи в комментарии, и я их это пролайкаю и поставлю вам лайк. Короче, всем пока.